Вот фрагмент древней крепости, я вам сейчас его покажу. Через него видно море. Ну, потрясающе, как не снять. Другое дело, пойдемте. Для того, чтобы кадр получился реально статичным, а штатива у нас нет, можно использовать то, что заготовили для нас работники парка, вот эту ржавую ограду. Смотрите, какая классная. Можно было, конечно, и покрасить. Ну, бог с ним. Мы ее будем использовать как штатив. Смотрите. Я беру и упираюсь в нее локтями. Очень просто. И вот я получил штатив, который ничего не весит. Смотрите, какой класс. Вот отсюда сверху открывается потрясающий вид на море. И что главное, везде есть штативы. Вот куда ни посмотри, одни штативы. Это штатив, вон еще один штатив, вот там много штативов. Нужно только найти правильный ракурс, который вам нравится. И вот с этой точки снять, использовав вот эти столбики, как упор. И тогда будет отличная статичная картинка, и ничего с собой носить не надо. Но мне вот тот столбик нравится. Юля, давай, подвинься. Все, я готов. Смотрите, какая красота.